Ребят, всем привет, с вами снова Дукит, канал World of Games, и сегодня у нас будет видос про обзор игры Цитадель. Ребят, я как-то делал один раз давно, по-моему, по данной игре видео, и сегодня мы разберем, как начать в нее играть, вообще, что нам нужно для, для первоначальных этапов. Так, ну, начнем с того, что возродимся мы сразу, как говорится, назовем это обелиском, тут тоже есть своеобразные обелиски, где мы возрождаемся. Но у нас на данный момент ничего не будет. Давайте сначала пробежимся, что у нас есть. Так, на кнопку И мы отключаем, и тут видим, что у нас показывает сначала вот такая вот такое вот меню, ребят. Вот здесь мешочек, это то, что у вас в наличии есть. Вот это то, что оружие. То есть здесь еще из одежды, и здесь у нас магические вещи. Здесь это те для создания, допустим, каких-то, ну, еды, либо для пополнения маны, ну, и здесь для строительства, ребят, какие, что у нас нужно. Так, что дальше? Переключаемся. Вот, кстати, самое главное, это у нас магия. Здесь мы можем, ребят, делать магию. Это нам очень понадобится. Вот, сейчас я вам сейчас покажу вам чуть позже. Дальше, здесь это крафт, что можем крафтить. Вот видите, да, для строительства, либо, ну, для строительства, короче. Здесь показывается, то есть мы выбираем вот здесь вот, и показывается, что нам нужно собрать. Также все остальное касается, что здесь еды, и пополнение маны, здоровья. Также из оружия, что мы можем сделать, что нам для этого нужно. Также из одежды и всего остального. Так, пошли дальше, здесь... Так, ну это, я так понимаю, это задание у нас. А здесь у нас, видите, открывается, вот где мозг, открывается эта инограмма. То есть это то, что мы можем с вами крафтить. Вот, на данный момент. Здесь показывается инограмма. Это у нас что? Так, инограмма, это из оружия, что мы можем делать. Так, получается, это что мы можем из еды делать. Ну, всякие, так это, магические свойства. Короче, всякая магическая такая вот тема здесь, все вместе тут и... Эликсиры и еда. И последнее, так здесь у нас, ребят, короче, крафт. Ну, это дом получается. Ну, то, что строительство. Так, и здесь у нас питомцы. Так, тут создать дом, типа, как это, как, ну, подобие ВРК, то есть создание какого-то племени. Так, короче, все понятно. С чего мы начинаем? У нас, мы, когда заходим, мы, ребят, сначала нам в любом случае надо будет собирать, бегать вот эти вот всякие штуки. Сейчас посмотрим. И сейчас я вам покажу, где взять первую магию нам, эссенции. Так, вот, видите, бегаем, собираем вот эти штуки. Сосна это у нас, желтая сосна это у нас, ребят, получается, ткань мы делаем. Вот это зеленое, это для собирания всяких снадобий. Так, кстати, эффектно. Тут видите, уровень номер 6 у нас появился. Также собираем деревяшечки здесь. По поводу камней. Камни здесь, ребята, если пробежать чуть вперед, они желательно... ну, как бы я долго искал, бегал, но все-таки нашел возле воды. Где там, допустим, есть какие-нибудь ручейки, либо такие, это, мелководья. Там, увидите, будут прям палки, кстати, палки, камешки. Это вот там чуть впереди, ребята, у нас она есть. Ну, давайте сейчас добежим, я вам покажу. Я играю сейчас на сервере PvE. Давно не заходил, вот решил видео снять. Так, ну что ж, мы побегали, собрали все это дело. Так, что мы делаем? Мы ману добавляем. Собрали все это дело. Заходим в крафт, выбираем оружие. Вот то, что... Ну, то есть мы сначала открафтились. Там, по-моему, с третьего уровня нам дается топор, посох и перчатки жезл Соломона. Ну, типа палочки и посоха. Вот. То есть мы это создаем. Как настолько откроется. Как я вам говорил, открывается она у нас вот. То есть мы открыли оружие. Здесь все так вот. Вот, переходим в крафт, заходим создать оружие, создаем. То есть, ну, у меня это уже, ребят, есть. Так, где у нас? Переключаться здесь, в принципе, все понятно. Ну, можно мышкой. Так, я, в принципе, уже тут собрал кое-какое колдовство, эссенции добавил. То есть, мы можем делать не этой палкой. Вот. Но опять не перелезну. То есть, мы можем делать вот это у нас и здоровье.
Это у нас ресурсы собирать. Кстати, ну, единственное, что здесь, мне кажется, меньше собирается ресурсов с магией, чем если бы вы, да, бы вы вручную это все делаете. Смотрите, ребят, вот они. Вот возле спавна, здесь возле обелиска у нас есть сразу вот эта эссенция, мы которую возьмем. Кстати, иногда эссенции выпадают с животных. Ну, пару раз мне попадалось. То есть мы подходим вот к этой штуке изначально. Я не знаю, с кулака можно или нет, я просто уже собрал топор. То есть мы берем, бьем вот эту фигню, и у нас выпадает эссенция. Вот, что мы делаем? Переходим мы, ребят, вот сюда. И видим, да? Ну, у меня здесь, видите, уже есть. Как это делается? Мы берем эссенцию. Вот. Нажимаем на нее. Добавить к заклинанию. Она добавляется. И теперь, смотрите, мы его добавили. Теперь мы нажимаем, допустим, что мы будем создавать. Вот, видите, извлечение, это, то есть, ресурсы собирать. Это дубовая кожа, это у нас плюс к броне, да? И это к урону. Грубо говоря, нажимаем вот так. Нажимаем, выбираем вот сюда, куда мы, какой слот будем, ну, какая мышка будет в том слоте. Нажимаем сюда. Нажимаем вот сюда. Видите, то есть сработало. Нажимаем создать. И у нас, ребят, создается. То есть я уже создал, да? Дальше добавляем следующую эссенцию, добавим заклинание. Выбираем теперь левую кнопку мыши и смотрим, что нам нужно. Так. Ну, грубо говоря, также делаем извлечение. Нажимаем вот сюда и создать. И вот, то есть мы создаем. Также продолжаем дальше. Выбираем мы... Блин, что-то я вышел, извиняюсь. Выбираем мы также опять эту. Делаем на перчатку, да, грубо говоря. Или делаем на посох. Вот, на посох. Я и посох. Вот. На посох также у меня сделано уже, видите, то есть также выбираем эссенцию. Выбираем, допустим, вот, корни гнева, ну вот выбрали, на создать, да, она у нас создалась. Так, ну и выбираем вот этот. Так, добавляем опять эссенцию. Ну и каждому... у нас получается посох, палочка и топор. Выбираем эссенцию. Ну, здесь я уже... Короче, у меня тут эссенция просто упала с этого... С животного. Ну, другая, то есть другого цвета. И я просто... Ну, одна была штука, я сделал. То есть понятно, да? Мы создаем все это дело. И вот она у нас есть, видите? Вот она, эссенция. Вот теперь мы можем вот этими предметами, то есть получается, мы, ребят, предметы с вами, ну, скажем, заколдовали. Теперь у нас супер-купер оружие, которым мы будем просто всех фигачить. Чем это удобно? Смотрите, единственное, как я и говорил, здесь, ну, это, мы можем собирать теперь любые, с любых, то есть не надо нам какие-то кирки, топоры, да, мы можем к любому подойти и собрать вот так вот, ребят, ресурсы, да, древесины. То есть, в принципе, изначально, когда я начинал, долго, особенно если ты не знаешь, как это все делается, долго думаешь, короче, когда не знаешь, сложно получается, потому что не знаешь, как это все делать, а потом, короче, оказывается, все просто. Смотрите, на первых этапах лучше не заходить далеко, там, тем более я... Совершил такую глупость, что я тут пошел вглубь леса, тут феи. Короче, лучше с сильным противником на начальных этапах они не сталкиваются. Дабы потому, что мы получим по Сусау. Да-да-да. Так, вот он. Где моя супер? Где моя палка другая? Где мой посох? Вот он, посох. Заряжаем. Так. Взять добычу. Добычу мы взяли. Вот такая вот фигня. Где у нас палочка, выручалочка. Берем. Единственное, что вот. Так, вот это восстанавливает здоровье. Единственное, по-моему, знаете, что тут, ребята, еще есть? Когда крафтишь, я так понимаю, у нас, ребят, прибавляется манна. Ну. Или нет, но и в том плане был такой, что при крафте. Или я что-то путаю? Нет, не прибавляется.
Так, а как нам сделать так, чтобы у нас сделать, да, вот, допустим. Вот это что у нас такое, ладно. Нам надо закрафтить из еды что-нибудь, из еды. Ну, для маны, да, у нас мана закончилась, у нас есть что-нибудь? Салат из ягод. Вот, берем салат из ягод. Сейчас, кстати, чтоб пополняется мана. Так, скрафтить одежду. Одежда есть? Есть у меня сейчас все. Крафтить лесная куртка, создать. Так, ботинков у меня еще нет, шапка только. Я вот не знаю. А. Видите, нельзя, пока мы не скрафтим вещь. Мы не можем с вами, ребят, получается, скрафтить еще одну. Так, ну ладно, что у нас? На салате кто скрафтился или нет? Да, что такое, нет, молоко. Вот, видите, у нас прибавилась мана, здоровье. Ну, грубо говоря, так это работает. Так, лесная куртка у нас готова. Вот, мы переходим экипировать. Где у нас одежда будет? Не-не-не-не-не. Я уже забыл, где наш герой. Вот он. Так, куртка вот у нас есть, да, где она? Лесная куртка, да. Теперь давайте сделаем шапку. Так, берем вот так вот. И лесная шапка, да? А у нас, мы не можем, потому что у нас бумаги нет, да? Как я вам говорил, заходим в строительство, берем ткань, создать 10. Вот. У нас, кстати, кожа, что с кожей? А, у нас требуется верстак. То есть это нам надо, ребят, сделать сначала дом и сделать верстак. Так, мы выбрасываем. Так, сейчас мы сделаем шапку. Сейчас мы шапочку сделаем. Кстати, игра, она, блин, она довольно-таки весит вообще. Она даже поменьше. Весит всего 7 гигов, ребят. Это вообще фигня. Но игра, кстати, я на PvE, народ тут сейчас зашел, нет. Но и тут сервера, ребят, есть, можно поиграть. Игра довольно-таки своеобразная. Ну, не скажу, что народу, конечно, на ней прям много, но... Кто любит такие жанры игр, то я рекомендую поиграть. Так, лесная создать, вот. Грубо говоря, у нас чел уже на первых этапах, он уже у нас есть. В плане... Все путаюсь. То есть здесь постоянно уже остальные вещи какие-то мы... Это усовершенствуем, то есть строим дом. И усовершенствуем это, ребят, уже там у себя в верстаке, во всем этом. Вот, здесь, так я понимаю, можем с палки приручать животных, но это, опять же, надо... Тут есть эссенция, я, по крайней мере, знаю, что зеленая есть, есть синяя, светлая, короче, тут, по-моему, 4 их, если я не ошибаюсь, вроде как. Я просто сейчас уже не помню, ребят. Так, вот у нас такой... Вот. Так, на тап у нас... на тап, по-моему, да? Да, на тап у нас, ребят... Так у нас включается до третьего леса. Приучать мы пока не можем животных, но попробуем вот этого волка. Правда, я не знаю, какого он уровня. У нас, кстати, знаете, здесь один есть плюс. Если вас убивают, кстати, что мне нравится, если вас убивают, у вас появляется вот такой крестик. Где он? Вон, видите, вон. То есть мы бежим туда, там наши вещи лежат. Мы их забираем. И получается так, если я не ошибаюсь, меня, допустим, 3 раза убивают или 2 раза, я прибегаю сначала на одно место, забираю вещи, и у меня появляется сразу следующее место, где меня убили. По-моему, так. Кстати, это очень удобно. Вообще, разработчик молодец по поводу этого, потому что знаете, что вот там в Расте или в ВК, там в этих играх некоторых, через определенное время вещи пропадают, да? Вот. Но здесь, я так понимаю, что вы можете просто не боясь прийти и забрать их. Так, что по поводу строительства? В принципе, я так как-то в нее уже играл когда-то давно, да, и я, в принципе, немножечко некоторые механизмы знаю. И сейчас, ну, как бы быстро все это дело. Первый раз, когда я играл, было очень долго все это. Так, что мы делаем? Видите, как обычно на первых этапах все почему-то строятся где-то вот здесь рядом. Есть, опять же, здесь карта. Здесь, ребят, это задание можете брать.
Также здесь есть вражеские лагеря, где можешь всякие клевые вещи добывать там, да, смотря в зависимости от сложности. От сложности, короче, врага. Вот. Этот. Дома стоят. По поводу строительства. Блин, я не хотел, конечно, здесь рядом строиться. Хотел где-нибудь подальше, дабы, чтобы нам далеко не бегать, где-нибудь посреди карты, да? Ну, сейчас попробуем построиться. Так, по поводу камней, ребят. Как я ему говорил, камни находятся где-то вот здесь. То есть камни здесь. Вот палочки есть на начальных этапах. Камни собираются вот тут, ребят. Вот они, камни. Это когда вы только заходите, начинаете играть. Так, по поводу строительства. Начнем так. На строительство у нас здесь по умолчанию. Есть какая-то, ведь по умолчанию было у меня бы, по-моему. Да. Так. Вот, ребят, по умолчанию Б. В принципе, здесь ничего сложного нету. Также потом, я, скорее всего, будет улучшаться она и... Я уже сейчас не помню, но, по-моему, можно там и каменный, да, потом сделать. Пока у нас только деревянный. У нас, видите, сейчас не хватает камней. Вот. Что тут еще можно рассказать по поводу данной игры? Сейчас мы уберем это. Так. Вернее, показать на данных первых этапах, как только начали играть. Ну, в принципе, я думаю, что это на данных этапах вот пока это все. По мере возможности у вас будут открываться улучшения. Будет поставить и дом, поставить и верстак. Там опять столы же для улучшения. Всякие разные там, где вы можете будете ковать новые палочки. Там магию. А, да, кстати, можно здесь же создавать. Я забыл сказать, что есть у нас всякие вот такие... Магические браслеты, магические амулеты. Это там улучшает, там, я не знаю, нашу силу и все остальное. Так. Как я сказал. Нам достаточно, чтобы... Вот это все достаточно с того, чтобы нам начать просто здесь выживать. Самое главное, я показал с магией, как на начальных этапах пользоваться магией здесь. То есть, как ее ковать. Вот. Но зеленые это самые простые. Это здесь возле спаунов они. Спавны здесь, по-моему, вот они. Так, кстати, даже здесь еще пещеры есть. Вот. Природный бассейн маны есть. Портал странствий, лесной обзор. Так что, ребят, кому это видео помогло, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если кому-то интересно по данной игре, я, может быть, то есть, если наберет какое-то определенное количество, ну... лайков, просмотров. Ну, пишите в комментарии по каким-то вопросам, может, мы, кому интересно будет. Короче, сделаю еще видео. Вот. Напишите, где бы вы хотели. Вернее. Ну, короче, чтоб я сделал. Так, метку мы сняли. Ладно, ребят. Всем покедова. С вами был Дукит, канал World of Games. Не забывайте подписываться. Те, кто не подписан, ставить лайки. Всем всего хорошего, всем до свидания, удачи, всем пока.